проходит под знаком года малой родины. Эта тема близка и понятна каждому белорусу. У всех нас есть место, где мы родились и выросли, где сделали первые шаги во взрослую жизнь. Словом, место, куда хочется возвращаться всегда. Тема малой родины вдохновила много творческих людей, писателей, поэтов, художников и даже космонавтов. Все видели подарок Алексея Леонова, первого человека, побывавшего в открытом космосе, президенту нашей страны. Это была картина с родным пейзажем. Не остались в стороне и наши музыканты, у которых тема «Малой Родины» льется песней самой души. Композиций написано немало, но только у Юлии Быковой и Евгения Олейника целый цикл песен, посвященных «Малой Родине». Самая яркая из них, пожалуй, «Куточек Беларуси» в исполнении Алены Ланской. Она впервые прозвучала на публике летом в Александрии, которая традиционно каждый год собирает друзей. Завтра зрителей «Беларусь-1» ждет премьера, клип на песню «Куточек Беларуси» в программе «Добрая раница, Беларусь». А накануне премьеры телеведущая Светлана Боровская отправилась со съемочной группой в агрогородок Александрия Могилевской области, которая стала малой родиной для этой композиции. Здесь к нашим коллегам присоединились автор музыки и слов Юлия Быкова и заслуженная артистка Республики Беларусь Алена Ланская. О том, как создавались песня и клип, как написать композицию, которая не оставит равнодушным в каждом куточку Беларуси, артистки расскажут завтра утром в эксклюзивном интервью в эфире «Доброй раницы, Беларусь». Итак, премьера клипа на песню «Куточек Беларуси» в понедельник в программе «Добрая раница, Беларусь». Не пропустите.